каждым годом проект Club Paradise Tour набирает обороты и уже по праву может считаться одним из самых масштабных и ярких событий в индустрии клубных развлечений. Последним местом проведения очередного тура стала страна контрастов – Египет, а именно Шарм-эль-Шейх. В рамках этого фестиваля был проведен ряд громких и запоминающихся вечеринок в самых лучших заведениях Шарм-эль-Шейха. Также вечеринка, ставшая традицией, на комфортабельной круизной яхте. Думаю, не стоит перечислять всего того, чем было насыщено это путешествие. Лучше всего об этом расскажут непосредственные участники этой поездки. Мы находимся в Шарм-эль-Шейхе. Здесь классно и весело. А вы знаете почему? Да потому что это Paradise Tour, а точнее Club Paradise Tour. И здесь находятся самые лучшие диджеи и артисты. И именно здесь и сегодня происходит самое интересное, специально для Newsblog Санкт-Петербург. Здесь невероятно круто, тусовки что надо, все танцуют и отрываются по полной. Ну и, конечно же, море, солнце и песка. Все здорово. Все, что нужно всем этим людям, происходит именно здесь и сейчас. Здесь на четырех яхтах. Сразу три танцпола. Люди танцуют везде, где только им можно. Можете убедиться в этом сами. На самом деле, сегодня действительно знаменательное событие. Сегодня впервые мы объединили вместе сразу несколько городов. Здесь люди из разных регионов России, из Москвы, из Питера, Таллина, Екатеринбурга, Красноярска. И даже есть люди из Южно-Сахалинска. Вот. И мы впервые в своей истории, впервые в истории Club Paradise Tour сумели собрать не просто одну лодку, один борт, а сегодня здесь целая эскадра из яхт, 4 корабля и огромная спортивная моторная лодка. У всех установлены звуковые системы, играют диджеи, атмосфера просто супер, погода офигительная. В общем, сегодня, я считаю, лучший день во всей истории Club Paradise Tour. Из года в год ситуация движется в правильном направлении, как мне кажется. Все лучше и лучше, все больше и больше народу. Все более большие звезды приезжают вместе с нами, европейского и даже мирового масштаба. Я надеюсь, что через несколько лет это будет очень большой, международно известный, крупный танцевальный фестиваль электронной музыки. То есть, возможно, привлечение других стран? Безусловно, мы уже начали это делать. Украина, Эстония, Латвия, Россия. Это уже этот фестиваль уже имеет статус международный. Вот по сравнению с прошлым количеством людей, которые приехали на такую вечеринку, возросло во сколько раз? Я бы не назвал это дело вечеринкой. Да, это уже действительно фестиваль. Семидневная программа, много разных вечеринок, очень много диджеев, представляющих свое видение музыки. Я полагаю, что с прошлого раза количество наших гостей увеличилось примерно в 2 раза. Очень хороший, с моей точки зрения, прирост. Со слов организаторов, это путешествие, конечно же, настоящий рай. Но и непосредственные участники этого тура также переполнены положительными эмоциями, что скорее подтверждает достоверность всего вышесказанного. Скажи мне, какое замечательное у тебя первое впечатление создается именно здесь? Во-первых, солнце, хорошая погода, все на позитиве, мы отдыхаем, отличная музыка, отличная компания. Очень много положительных эмоций у меня здесь. Русские в Египте очень позитивные. Они, в принципе, всегда очень позитивные в любом месте. И все всегда отдыхают. В принципе, очень много друзей. Вообще все друзья. И компания отличная, доволен. А Андрей, скажи, пожалуйста, как вообще здорово здесь играть, почти именно в Египте? Как реагирует на все это публика? И как реагирует на русские песни публика, которая здесь, допустим, не вся русская? Публика реагирует. Публика, вы знаете, сегодня женский день, 8 марта. Я увидел столько народу, столько девушек, красивых, там, замечательных, танцующих, в бикини практически, в шикарных ночных платьях. Публика реагировала просто на ура. Вот эти вот 2500 человек, которые здесь сейчас скакали, это просто некое сумасшествие. Хотя половина из них и туристы, они вполне очень такие, знаете, это клубные туристы, это Club Paradise Tour. Это лучшая тусовка этой зимы, вы знаете. Вот вы сейчас сидите в Петербурге, вот снег, да, а у нас-то тут что? Солнце. Поча, шикарно, потрясающе. Club Paradise Tour — это
отличное времяпрепровождение, это отличный клубный отдых для вообще всей страны, всего мира.